А вот другим путешественникам пришлось пережить настоящий шок. В Турции самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял на обрыве. Самолет авиакомпании «Пегасус», следовавший из Анкары в Трабзон, едва не упал в море. К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал. Это видео было снято в минувшие выходные одним из пассажиров, находившихся на борту самолета авиакомпании «Pegasus Airlines», следовавшего из Анкары в город Трабзон на северо-востоке Турции. По неизвестным пока причинам лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, расположенной прямо возле берега Черного моря, и застрял на обрыве. На борту самолета «Боинг 737» находилось 162 человека. Никто из них не пострадал. Все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы. Аэропорт после инцидента был временно закрыт.